У меня сегодня пятница не совсем обычная. Но и я бы не сказала, что это редкое исключение. Но сегодня погрузочный день. Поэтому приглашаю вас посмотреть, как это все происходит, и провести со мной это время. Да, начинаю я с супермаркета. Обязательно нужна водичка. А вдруг у нас будет жаркий день, в чем я, конечно, сомневаюсь, но на всякий случай. И разные пончики. Так, сегодня у нас очередная погрузка, а тира все еще нет. Ну, классика жанра. Hello, how are you? I'm Mark, how are you? I come to volunteer. Yes. Oh my goodness, is that it there? Yeah, we are ready to load. Looks like biscuits. Oh, it's very nice. Thank you. Это наша Наталья. Отгоняет бус, чтобы Лори приехала. Так, эту машинку мы уже приготовили. Почему-то, не знаю, она уж долго стоит. Да, в Украину, но что-то, видно, в ней поломалось. И это наш центр. Не получится, не поеду. А что таки? AdBlue надо добавить, не заряжая, не стартует. Наталья, да. Представьтесь, будь ласка. Лена, перестань, выключай. Не-не-не, Наталья, прошу сказать кілька слів моїм followers. Що будемо робити сьогодні? Сьогодні будемо грузити допомогу для України. Слава Україні! А прошу сказати, скільки ми вже відправили? Ми відправили більше 100 тонн. Більше 100 тонн? Набагато більше. Бо ми відправили щонайменше 50 вантажівок. Так що це і багато-багато інших речей. Автобуси, пікапи, вани, і все було доверху забито допомогою. А що зазвичай відправляємо? Зазвичай ми відправляємо медичну допомогу, бандажі, пластирі, різні речі потрібні як на фронті, так і для цивільних. Свічки, окопні свічки, дуже багато дитячих речей, одяг, спальники, палатки, все, що Дякую. Потрібно. А що нема ще тіру? Зараз приїде, бо він якраз грузить вологі серветки. Так. Подивимося. Who's Kelly? Це наш стронгмен, айронмен Анатолій. Самый сильный мужчина в мире, которого я встречала. В этот раз мы прошлую машину загрузили очень много инвалидных кресел. Это то, что осталось. Ну и здесь у нас огромное количество всяких вещей, которые будем сегодня грузить. Мы их собираем, пакуем. Медицинское всякое оборудование. Что здесь еще? Салфетки. И то, что мы тут сами уже запаковываем. Это вот большая куча, это мои окопные свечки. Это все вот окопные свечки. Окопные свечки. Фудмиксы и таки-таки ризны. Последнее время мало нам дают одежду. Вот одежды совсем чуть-чуть. Так, это наш офис, это я принесла водичку, всякие пончики, яблочки, будем работать. Ну и мое место работы, это чисто моя норка.
Так, мои свечечки. Сейчас я их еще подоливаю, чтобы запаковать. Запаковываю. Нам передают банки. Мы здесь делаем свечки. А иногда банки уже с вот такими наклейками. Что абсолютно поддерживаю. Привет с Британии. Видная коробочка крупных свечек. Привет, Катюш. Лори уже подъехала. Вот мне сносят баночки. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Значит, будет еще больше свечек. Так. Сейчас мне надо быстренько запаковать ту коробочку. Остальное я уже не успеваю. И уже машинка подъехала. Будем паковать. А свечечки, наверное, буду растапливать в другой раз. Пойдет? Да. Да-да-да. Вот эту и вот эту. Две палитры. Ага. Посмотрим, как девочки работают. Разгрузили сколько, но еще сколько есть. Полок с детскими игрушками. Ну, здесь уже все перебрано, все запаковано. Это такое тоже осталось. А, и здесь тоже мои свечки. Ой, а тут это то, что поприносили, нам тоже это мы перетапливаем. Работа кипит. Так, что-то за системы будем вывозить. How, Mike? They're so heavy. He's the loader. Yes, but then we'll take them off. Should we do them one at a time? Maybe that's easier. Nothing can stack on top of them. Yeah, you can't stack. Yeah, but they're too heavy. Yeah, so maybe we could take them out of the bag. Oh, put them. Огромный тир. А еще девочки делают такие вот сувенирные свечки. Ну что, воск уже расслабился. Сейчас будем заливать. Уже почти все загрузили. Пока суп доделаю, я как раз еще одну коробочку запаковала. И что, дождь пошел? Обычно мы всегда фотографируемся с лагом, но сейчас пошел дождь и уже все почти сбежались под конец, все устали. Эх, последняя коробочка идет. Наши самые сильные мужчины, ну, наверное, ничего не получится. Без лестницы.
Ну, наш самый сильный мужчина всегда впереди. Анатолий? Оля. Флаг? Оказывается, не только будет еще тир ехать, и еще наш маленький бусик тоже. А тут пошел английский дождь. Юнит наш практически пустой. Но это ненадолго. Bye-bye, thank you. Тут только немножко осталось. А так, то, конечно, много вывезли. Такой огромный тир едет. И наш бусик. Замечательный центр, море фотографий в нашей WhatsApp-группе, но, к сожалению, я только сейчас обнаружила, что все эти фотографии не сохраняются дольше, там что-то около месяца. Ну вот что у нас крибла, то выставляю. И вот наши коробочки уже в Украине, это еще с предыдущих наших высылок. Волонтеры с украинской стороны тоже с удовольствием высылают нам вот такие вот фото и видеоотчеты. У нас есть еще второй такой же маленький беленький бусик, и он тоже ездит под горячие точки. Я помню эмоции наших волонтеров, когда в прошлом году они подвозили гуманитарку под Бахмут и вывозили оттуда еще последних гражданских. Под Херсоном, конечно, были. И сейчас они под Авдеевкой. 17 квітня 24-го року приїхали на евакуацію. Ось дітки, ось мама. Зараз грузимо речі та будемо евакуатись. Ми в поселенні Гродівка, це Мирноградський район. Ось недалечко від Авдіївки. Тож, все нормально. Грузимо. И я возвращаюсь домой. Еще не совсем день закончен. Я еще успею сделать видео про орхидеи для воскресенья. Вот так вот прошла эта пятница. Что-то слишком много в последнее время у меня подписчиков. Надо прорядить ряды. А то, мне кажется, проходят те, кого я не рада видеть у себя на канале. А на сегодня все. Всем пока-пока.